В культурно-досуговом центре «Красный Абакан» на встречу с ветераном боевых действий в Афганистане Геннадием Синельниковым пришли ученики старших классов. В основном это 15-летние подростки, для которых война в Афганистане – такая же часть истории страны, как Великая Отечественная или Гражданская войны. Они закончились задолго до появления на свет этих школьников. Свои впечатления ветеран переносит на бумагу. Он автор нескольких документальных и художественных книг, красной нитью в которых проходит военная тема и патриотизм. Если взять ветеранов Великой Отечественной войны, они по сегодняшний день, 70 лет назад война закончилась, они же все помнят, вспоминают, переживают. То есть это такой стресс, который никогда не уйдет с души. Поэтому все остается в душе, в сердце, в памяти. Войну вот в фильмах представляют там всех людей, так главных героев, как суперменов, там боевиков в старых американских фильмах. А так вот послушать человека, который проходил эту войну, как вот все ужасы войны, вот просто послушать, вот по-моему это было для меня очень познавательно.